Девчонки, ребята, всем привет. Ой, что-то локоть мокрый. Кривой репортаж из Корневаш. Домашний мукбанг в домашней майке с покупным штруделем. Здесь... Что там мы купили? Яблоко смородина. Что такое? Марик. Марика купил. Сахар, да? Не знаю, почему вот внезапно посетила мысль включить камеру. Рассказываю, значит, что у нас творится. У нас творятся такие обстоятельства, что мы сегодня весь день и весь вечер посвятили тому, что мы занимались бизнесом. Сейчас расскажу, каким бизнесом. Ездили, покупали витринки. Ну, какие витринки для... Марика там за кадром. Улыбается, она ржет, и я ржу, смотрю. Какая песня «Бизнес»? А вот, которая «Беззубый бизнес», вот так вот пела певица там. Я забыл, как это, негритянка, забыл, как ее зовут. Ну, в общем, купили мы витринки такие, ну, как бархатные такие, ну, не подушечки, а такие экранчики, на которые сделали серьги и все такое, кулоны. В общем, понесем сдавать. То, что это бока. А у Марьи там штрудель вишневый. Нет, не вишневый. Сливовый. Сливовый. Вот. Видишь, какое тоненькое тесто и много-много ягод. Будет. Кисленький. Там... Угу. Смородина. Марья, все поперло. Да, тесто тоненькое, а именно много фруктов. Знаете, почему Марика не снимается? Потому что не хочет. Говорит, давай сама камеру ставь, снимаем. Думаю, вертикалку сниму. Ничего страшного. Вкусно как. Ага. Тут, короче, а знаете, что ржу, остановиться не могу. Тут, короче, начала дискутировать женщина, которая под видео в светофоре пишет, я же, видишь, в очках сижу, которая пишет, типа, вот, ты даже... Ты даже, говорит, правильно прочитать не можешь, как на «ты» там какое-то название. Я так понял, что это удобрение какое-то садовое. Ты, говорит, это, мол, ну, делаешь обзор светофора для датчиков, а ты, говорит, нифига, мол, ну, не понимаешь, не сечешь в этом, даже название прочитать правильно не можешь. А я без очков, я половину буквы вообще не вижу, как без очков. Я там что сумела, то, видно, промямлила, а то и вообще неправильно сказала. Ну, кто слушай. Знает, тот понял. Угу. Не, ну, слушай, ну... Я же тоже тебе могу сказать, что ты, например, не знаешь состав лигатуры золота 585-й пробы, ты не сваришь его сама, золото. Ну, так же я могу вполне не знать название удобрения, потому что я не дачник. Не можешь, однако, допустим, делать обзор там золота, там усядываем, да, какой-нибудь там. Меня просто попросили снять обзор светофора. Вот эта женщина, она может спокойно, да, снять золото, да, там обзор золота какой-то магазин. Это не значит, что она должна все знать там. Ну и потом она, короче, говорит, что, типа, ну, разговаривал с ней, разговаривал. А ты знаешь, а меня как попирает иногда. Вот прям так хочется поговорить в комментариях. Она говорит, типа, ну, тебя же никто смотреть не будет, ты же деньги не будешь зарабатывать на Ютубе. А вы же знаете, что у нас канал... Все равно смотрит, да? У нас же канал не монетизирован на Ютубе, и, короче, она как... Она думает, что мы деньги там зарабатываем. Я говорю, я очень рада, что вы переживаете за наши деньги. Я говорю, спасибо, очень приятно. Она такая в итоге, да пошла ты со своими обзорами. Я что-то ржать начала. И все равно будет смотреть. Ну, блин. Ну, не знаю я название удобрения, что делать. У меня мама знает. Столкнулась с проблемой очкариков, что когда пью чай, у меня линзы запотевают в очках. Че? Самарская туберкулезная больница с туберкулезным ком. Что такое? Че, покажу. В общем, экран засвечен. Ну, тут как бы Wi-Fi... А, нет, это сайт такой, да? Google нашел. В гугле, короче, сайт туберкулезной больницы. Туберкулез forever. То есть, как, кто не знает, английский да, переводится как туберкулез навсегда. Что такое?
5 отзывов в специализированной больнице. Ребята, вы уж извините. Я владею. Самара, улица Самарская. А, Самарская область, улица Архитектурная, 184. Ну-ка, я дай-ка про Архитектурная улица, 184, Самара. Ну-ка. Я даже для интереса проверю. Угу. Еще отзывы на Ютубе, там, значит, комментарии, отзывы, говорю. Комментарии, что контент у вас вкусный, но освещение плохое. Есть такое, согласна. В общем, засвечивает от окна. Я прям не знаю, куда камеру ставить. Но, видишь, справились мы немножко с микрофонами. Я сейчас без микрофона снимаю, но обычно ставлю микрофон, но как бы лучше слышно. Это нормально тоже, да? Ничего, что я в растянутой майке в старой, да? Но это домашняя, она чистая. Такая села и поела в майке. Ну и что? Зато вкусно. Самая вкусная еда – это вечером на кухне после 6 вечера в растянутой майке. У каждого человека должна быть растянутая майка. У вас есть в доме любимая растянутая майка? У меня вот это, здесь вот медвежонок еще там ниже нарисовал. Классный штрудель. Почем они у нас? 129, по-моему. Они 199? Нет, 129. Да? Вот эти 120. Это пирожные большие. Они мне... Вот большое 150 было. Помнишь, такое тыквенное? 156, что-то такое. Нет, ну, 199. Это морковный торт. Да, да. Они 160 или 150. А вот это 129. Вот это. Нормально, кстати, вкусное. Ага. Цена очень сносная на него. Ой. Вообще балдеж, кисленький, вообще не сладкий. Вообще по классике штрудель, он же должен быть этот, яблоко, да? Яблоко, корица. Ну, что-нибудь такое. Ну, мне нравится вот это что-нибудь. Фруктовый пирог. Очень мало теста и очень много кислой начинки. Я думаю, что они делают из мороженых ягод и практически не добавляют сахар. Ну да, это же типа считается. Угу. Ага. Типа диетическое питание. Вот. Вроде ничем не занимались, а что-то прям упахались. Ага. Занимались тем, что практически весь вечер мы натирали украшения, вот это вот делали. Ну, такой какой-то ерундой. Вроде как несущественно, а с другой стороны, вот надо это сделать. Завтра Марика пойдет отнесет, договорится по цене. Угу. Я такой бизнесмен, я так себе. Все заботы, видишь, скидываю на Марику. Как же хорошо, что завтра понедельник. Знаешь почему? Потому что отдохнет желудок. Когда выходные, мне кажется, мы жрем бесконечно. Сколько мы мешков мусора выкидываем это пищевого с едой? Мы, наверное, ну, раза три, мне кажется, в день мы точно выносим мусор. Потому что вечно жрешь, и что-то у тебя вонючее дома. Вот в обед мы креветки ели. Они пахнут сильно. А, суп я рыбный сегодня варила, уху. Тоже как бы вот косточки выкидываю, потому что пахнет, сразу надо выносить. Угу. У нас прям рыбный день какой-то. А потом что, с утра мы ели такое? Ну ничего, но все равно вынесли мусор в любом случае. Что-то мы как-то бегаем, без конца выносим. Сегодня видео вообще информативно никакой нагрузки не несет. Я просто как бы вот сижу, я отдыхаю, с вами болтаю. Лениво думать о чем-то, лениво что-то планировать. По поводу этого злосчастного светофора. Сейчас вернусь, знаете почему? Потому что там девчонка пишет
Ну, женщина, девочка пишет, что, значит, на даче носят шлепанцы светофора, которые как раз 350 рублей, что ли, они там стоили, 250. 5 сезонов. Не рвутся, видишь, ничего не случается. А, что еще в светофоре? Помните, полезное? Я покупала манго там, ну, прямо вот буквально в конце видео. 400 рублей стоит упаковка. Очень вкусная. Такой, как сухофрукт, как цукат сделано. Да? Прям пласты манго, 400 Обалденно. Рублей, ну, такое прям. Очень вкусно. Вместо конфет. Кстати, соленья, грибы мне там не понравились. Банку выкинула, открыла. Попробовала. Но шампиньоны, они так засолены, что... Девчата, ощущение, что вот какой-то просто соленый пенопласт. Фигня. Какие-то ничего попадаются, какие-то прям вообще есть невозможно. А вот оливки маслины нормальные. Да, вот как ты думаешь, вот как покупать, чтобы не ошибиться, надо все проверять. Поэтому, когда заходим в светофор, кстати, мы же не специально делаем, мы не едем в светофор, чтобы сделать обзор. Мы обычно едем, том-ям есть в этом, ну, в кафешку вьетнамскую. А там же внизу просто на минус первом этаже это магазин. И как бы я знаю, что многие интересуются, там что в светофоре нового, там, ну, есть такой фетиш, почему-то нравится людям вот этот магазин. И захожу только чисто из-за того, чтобы показать, ну, цены и сказать там, что мы ели оттуда, что не ели. Относиться пренебрежительно к таким магазинам, я считаю, абсолютно не нужно, потому что у всех разный доход, и те же самые продукты могут продаваться и в дорогих магазинах. Причем та же самая фирма, и тот же самый производитель, и те же самые даты изготовления, абсолютно. Вот такие делишки. Пирожок был шикарный. Еще какой отзыв. Вот эти вот дощечки, помните, мы покупали на Вайлдберрисе, и они прям такие что-то... Они, девчата, они что-то такие дорогущие. Они 2000, я, по-моему, за них. Да, 2000 за две пары. И хочу еще подкупить. Они прям вот такие, они выносливые, тряпочкой протрешь. Я думала, пробка, это же пробка там, ну, это подложка. Видишь? Я думала, вздуваться будет, портиться. Нет, не крошится. Купить, и, когда даже и снимаем, и просто кушаем, вот так вот положить. Слушай, не крошится, ничего. Давай вообще. Давай закажем, пока не есть вот такие. Желаю... Я бы хотела другие какие-нибудь, рисунок другой. Ну, из этого стиля. Ну, из этого стиля. Угу. Какой-нибудь другой рисунок, и там есть, знаешь что? Там есть меньше размеры. Ну, так, чтобы сюда. Такие прям есть квадратики маленькие. Не маленькие, может, не надо сильно маленькие. Зачем? По поводу чая, какой чай пьем? Да я что-то не заморачиваюсь. Вот какой купили, такой и пьем. Мне очень понравился, знаешь, какой чай? Айзер чай называется. Он прям вот чай-чай. Он есть с бергамотом. Очень вкусный, простой айзер чай. И недорогой, и вот прям вот, ну, по качеству все устроило. Можно туда добавлять сдачи. Я, знаешь, что привожу? Листочки малины сушеные. Вот мне мама насушит. Малина, черная смородина, вот пахучие такие листы. И вот, знаешь, как вот покрошишь прям заварочный чайник. Заварчик очень вкусный. Вот. Если товарищи волнуют монетизация, я смотрю, волнует. Особенно вот такие комментаторы, которые осуждают, ну, что-то такое, знаешь, им не нравится, они вот постоянно там про монетизацию там что-то, нет-нет, да скажут. Это вот на Ютубе, на Дзене-то нет такого. Вот. Нет у нас монетизации, не волнуйтесь, у нас, нам не платит Ютуб за наши видео. Вот поэтому сколько хотим снимаем, как хотим, что хотим, то и говорим. Марик как хочет в таком темпе и ест. Вот если что, поставьте на медленную прокрутку, и она будет есть медленнее, так как вы хотите. Вот. Что у нас еще? Говорим, что хотим, сидим в растянутых майках на кухне, чистое растянутое белье домашнее, да, вот так вот. Мы не наряжаемся на мукбанге, как в кукольный или в ёперный театр. Вот. Люди простые, работяги. Пришли, майку кинули в машинку, постирали, одели, все, высохло, одели. Дома ходим так. Вот. Общество мятых маек, присоединяйтесь к нам.
Так, какие еще новости? Неделя, как президент говорил, да, неделя предстоит трудная. У нас 8 марта на носу. Уже предупредили, что вот эти вот 4 дня у нас будут очень тяжелые. Ну, мы готовы, в принципе, к этому, ко всему. И видишь, тут еще халтурка подвернулась, работа вот прям в квартале. А тут еще парень, вот, который у нас заказы возьмет на реализацию изделия, он говорит, что тут же у нас есть элитный поселок Вешки. Ну, типа Барвиха, только как с северной стороны, и там есть заказы, а ювелира нету. Придется взять себя в руки и поработать на Вешке тоже. Вот, видимо, так. Вот. Вот такой вот вертикальный у нас мокбанк. Кривой репортаж из Корневаш. Пили с нами чай. Приятного аппетита. Пусть все ваши калории отложатся в стратегически важных местах. И не дай бог Наталье. Все, кривой репортаж с вами. Пока.